И они всегда делают вот наиболее такие жесткие и яркие вещи. Без всякого, без всякой санкции, Совет Безопасности. Вот Югославия в Америке. Хотим признать, что санкции Совета Безопасности существуют. Где Югославия, где США. Уничтожили страну. Да, там внутренний конфликт, там свои проблемы. Но кто дал право наносить удар по европейской столице? Просто так и решили. А сателлиты за ними бежали за и подтягивали. Вот и весь север, вот и все международное право. А под каким предлогом вошли в Ирак? Разработка оружия массового уничтожения в Ираке. Зашли, страну разрушили, создали очаг международного терроризма. А потом выяснилось, что ошиблись. Потом сказали, нас разведка убила. Ничего себе. Страну, разрушили страну. Разведка. Да и все. Еще одна страна. Оказывается, не было там никакого оружия массового поражения. Да никакой добро. Когда это было, все как. Что хотят, то и делают. Но то, что они сейчас делают на территории Украины, или пытаются делать, или планируют делать, это же не за тысячи километров от нашей национальной границы. Это у порога нашего дома. И они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать.